ваши регалии, боюсь, не вспомню. Я дополню. Да. А вот тут есть все. Не все, это только начало. Я не вижу девчонок, я заболела. Добрый день всем, кто сегодня пришел, всем, кто подошел к мониторам ваших компьютеров. Сегодня, после очень-очень длинного перерыва, к нам приехала замечательная Галина Александровна. Ой. Галина Сергеевна Солдатова, которую мы, конечно, все знаем и любим. Галина Сергеевна – профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, академик Российских академий естественных наук и главный научный консультант. Вот кого надо было к микрофону. Спасибо. Ну, Галина Сергеевна дополнит, если я что забыла. Если для... всех это будет значимо, то я, естественно, пополню, что я еще заведующая кафедрой внутренних болезней Новосибирского государственного национального исследовательского университета. Преподаю внутренние болезни, гастроэнтерологию, поликлиническую медицину и нефрологию. То есть такая большая. Ну и вот сейчас мы с Андреем Борисовичем вспоминали одна из... больших наград, это номинация за милосердие, это сбережение народа. То, что меня номинировало вот, национальное, как мы говорим, признание. И я очень горжусь этой номинацией и благодарна, в том числе, компании «Арго» за то, что вы поддержали меня в этой номинации. Кроме того, я являюсь лучшим врачом года 2014 года в номинации «Лучший гастроэнтеролог». Еще одна номинация – это интернет-голосование. Когда был подсчет голосов вот, за лучшего врача года, я думаю, что при участии еще компании «Арго» мне посчастливилось занять первое ведущее место по интернет-голосованию России, когда вот такое признание было. Ну, действительно, с компанией «Арго» я уже 20 лет. Это немалый срок. И сегодня позвонил утром Гаги Георгиевич Гязарян и попросил вас поздравить, и от моего имени в том числе, с тем, что сегодня праздник Нутрикона. То есть ему тоже сегодня юбилей. То есть такой праздничный событие, несмотря на ту трагедию, которая произошла в России, мы с вами и встретились. И сегодня не совсем обычная у меня тема для выступления. Я обычно, как вы просите, в каких-то выступаю на залогах. Болезни, профилактика болезней. А сегодня мы будем говорить о здоровом образе жизни, о здоровом питании и профилактике здоровья. То, что сейчас вот, огромное внимание уделяется в здравоохранении, действительно профилактике. И вы стоите на острие этой проблемы, потому что понимание, знание ее решение позволяет действительно сохранить нам прекрасный внешний вид, здоровье. И мы сегодня с Мариной Суворовой сейчас смотрели
все наши журналы. Я говорю, как замечательно все выглядят, как хорошо все сохранились. Я говорю, да, благодаря тому, что, в общем, и продукция, и знания, которые мы вам несем, они позволяют вот сохранить нашу красоту и долголетие. Спасибо, что вы сегодня пришли. Я думаю, неужели аргонавты соберутся, потому что как-то вы стали редко встречаться, а нужно встречаться, потому что общение вот такое личное, оно более всегда вдохновляет, он как-то мотивирует, чем общение с обычным компьютером. Спасибо вам еще раз большое. Итак, мы все говорим об этом здоровом образе жизни, но большей частью под этим понимаем, как правило, это отказ от курения, употребление алкоголя. Ну и сейчас беда, которая весь мир потрясает, это наркотики. А на самом деле профилактика и здоровый образ жизни – это стоит еще у истоков даже зарождения. Как я иногда говорю такую фразу, что нужно о здоровье думать не за 5 минут до смерти, а за много лет до предполагаемой болезни. Потому что на самом деле уже эти традиции – воспитание наших детей, воспитание уже наших внуков, оно закладывает здоровье. Я много работала в проблеме, связанной с экологией и здоровьем человека. Являюсь еще академиком Международной академии экологии и безопасности здоровья человека, возглавляю секцию здоровья нации. И это огромная работа, которую мы тоже на общественных началах делаем. Это вот скрининг онкологических заболеваний. Это анализ, почему это произошло и как это можно избежать. И вот наши эти исследования, они помогли сказать, например, что дефицит селена, который существует по всей России, он неоднозначно сказывается, скорее однозначно, на росте злокачественных новообразований. Тот же самый дефицит других микроэлементов. И диссертация одной из моих аспиранток была посвящена именно проблеме микроэлементных нарушений. А вы изучаете эту проблему, вы ее знаете и имеете огромный арсенал лечебно-оздоровительных продуктов питания, которые позволяют вам решить эту проблему. Я всегда, когда говорю о здоровом питании, я обычно привожу в пример своего супруга, который в магазин ходит с увеличительным стеклом и читает все, что написано на этикетке. Я ему всегда говорю, что, во-первых, нужно времени столько иметь для того, чтобы посетить этот магазин. И то, несмотря на то, что мы внимательно изучаем этикетки и смотрим, как продукт был когда издан, тем не менее, получается, что не всегда мы знаем и как качественно ли нам дают информацию о тех продуктах питания, которые мы употребляем. Конечно же, все возрастные и физиологические особенности, они крайне важны для сохранения здоровья. И то, что позволено молодому, не может быть выполнено человеком, который уже перевалил там, во вторую 50-летие своей жизни. И поэтому вот те факторы, о которых мы сегодня говорим, они несомненнейшим образом влияют на нашу продолжительность жизни. И вы помните ту фразу, которая была озвучена, что в среднем мы должны с вами прожить около 127 лет. И я думаю, что это может свершиться, потому что на самом деле вот такое здоровое тело у этого преклонного мужчины, оно способствует тому, чтобы сохранить еще и разум. И мы на самом деле во многом теряем, если неправильно и несбалансированно, как мы говорим, питаемся. И вот эти проблемы здорового питания, они позволяют обеспечить нашу жизнедеятельность и
способствует как бы профилактике различных заболеваний. Правила рационального питания вам всем известны. Это удовлетворение той энергии, которую мы тратим, той энергии, которую мы получаем. И поэтому лучше мы всегда говорим, что нужно контролировать количество съедаемых продуктов, и балансированная должна быть пища, потому что на самом деле, посмотрите, я не против вегетарианцев, но если вы сейчас откроете интернет, он пестрит тому, что очень много вреда на самом деле, потому что белки и жиры тоже важны. И вот еще в 90-е годы была японцами открыта проблема, называемая функциональное питание. Функциональное питание – это бифида, лактобактерии, это пищевые волокна, это микроэлементы, которые обеспечивают нормальное функционирование наших биохимических реакций в организме, обеспечивая хорошую продолжительность жизни каждой клеточки, которая является строительным материалом нашего большого макроорганизма. И вот мы всегда думаем, конечно, пища должна быть подана на красивом блюде, она должна быть питательной, она должна быть вкусной, полезной. И мы об этом с вами заботимся, поэтому всегда не нужно кушать на бегу, не надо там где-то в какой-то забегаловке кушать. Нужно все-таки этому требованиям удовлетворять. Но мы приходим в магазин, я всегда говорю, никогда не ходите голодными в магазин. Потому что начинаете все скупать сразу. Нужно хорошо покушать, а потом только идти в магазин и действительно посмотреть на все этикетки, которые там рекламируют. И надо иметь хорошего знакомого товароведа, чтобы знать, чем нас кормят на самом деле. Потому что можно пойматься всякий раз, что переклеивают даты, переклеивают это вообще... преступление для людей, когда вот на такие уловки идет торговля. И мы часто выбираем товары, которые видим на рекламе, вместо того, чтобы вспомнить наши вкусовые предпочтения, наши национальные традиции, в конце концов. И мы должны следовать своему разуму, который бы мог остановить нас вовремя для того, чтобы съесть не то. Значит, посмотрите, как много воздействий и учат продавцов зомбировать людей на покупку товаров и промышленных и пищевого предназначения. И очень красивая этикетка и упаковка еще не значит, что это будет хороший продукт. Посмотрите, часто мы приходим в магазин и хотим булку с маком купить, да? Открываем ее дома, а там мак, и кот наплакал. Поэтому на самом деле образ наших воспоминаний мы ожидаем, а реальности часто получаем все не так. А наше сознание, оно сформировано вот на такую булку, а не на ту, в которой будет кот наплакал этого мака. И нам нужно действительно внимательнейшим образом читать на упаковке и составлять свою информацию об этом окружающем мире. Значит, нас зомбируют часто, что кушайте шоколад и будете худеть. Ничего подобного, потому что в одной шоколадке, вот посмотрите, 524 килокалории. И об этом написано на обратной стороне упаковки. И посмотрите, что мы получаем. Здесь, может быть, даже цена новосибирская указана, а здесь в Москве все это подороже. А вот 540 килокалорий – это очень много. И вроде бы цена не самая большая. А что предлагает наш институт лечебно-оздоровительного питания? Это батончик 5 o'clock, который содержит
в 100 граммах всего 332 килокалории. И здесь мы включили не только сладость, а еще и все наши составляющие, крайне важные для нашего организма. Это пищевые волокна, растительный белок и всевозможные макро-микроэлементы, витамины и жиры. Поэтому вот знание проблем, связанных с питанием, и вот этот соевый суперочищенный изолят, который вообще национальным продуктом является в Китае, например, да, я была потрясена, что партия там приказала, что все должны каждый день пить соевые коктейли или продукты из сои приготовленные. Я была там по обмену опытом, работала в Министерстве здравоохранения Китая. У нас город побратим с Академгородком есть. И мы в гостинице утром выходим к столу, а там стоят кувшины. Белолицых людей там было 6 человек, и стоят 6 кувшинов. Я думаю, ну надо же такое. Каждому по кувшину дали молока выпить. Я же знаю, что китайцы не переносят молоко. У них нет фермента, расщепляющего лактозу. У них будет диарея на это. То есть у них вот такая вот система функционирования желудочно-кишечного тракта. Мне говорят, нет, Галина Сергеевна, это для всех гостиниц стоит вот этот вот коктейль на основе соевого суперочищенного изолята. И мы обязаны все каждый день пить как минимум по одному стакану вот такого вот белкового суперочищенного изолята. А мы имеем во всех практически продуктах, кроме нутрикона, вот эти суперочищенные соевые продукты, белок, который легко усваивается и прогностически очень благоприятный в качестве средства, профилактирующего атеросклероз и раки желудочно-кишечного тракта. Мы для вас сделали совершенно уникальный другой продукт под названием «Облепиховый батончик. Успех». Я когда читаю лекции, я всегда говорю, я ни одной из систем организма не желаю столько здоровья, как иммунной системы, потому что это наша система, она позволяет бороться с отжившими клетками, она выводит через свои фагоциты, макрофаги, погибшие клетки, и человека при хорошем иммунитете не развивается злокачественные опухоли. И мы сделали этот батончик «Успех» для компании «Арго», который мало калорийен, потому что, ну вот, кто из вас тратит более 2000 килокалорий в день? Поднимите руку. Потому что мы на автомобилях ездим, на лифте поднимаемся. Кто выполняет задачу, которую ставит перед вами всегда Александр Иванович Пальцев, 10 тысяч шагов в день, поднимите руку. Ну, слава богу, уже я ему скажу, что компания «Арго» может вами гордиться, потому что вы в нашем сознании уже это все внедрили. Потому что на самом деле вот это вот количество употребленной энергии, количество потраченных калорий, они должны друг другу равновешивать. И вот эта облепиха, которая является как бы уникальным продуктом, и в сочетании с соевыми белками, она позволяет поддерживать и хорошо влиять и на иммунную систему, и на жировой обмен в нашем организме. То есть это задача, которую мы всегда помнить должны, что уровень холестерина, причем вы уже сейчас продвинутые потребители, вы знаете, что общий холестерин как таковой малую значимость имеет, а имеет значение тяжелые холестерины, липопротеиды низкой плотности и триглицериды, которые откладываются на стенках сосудов и приводят к вот этим трагедиям, тромбозам, эмболиям, инфарктам и инсультам у
уже в возрасте, даже раннем, молодом, 27 лет, то есть повышенное тромбообразование, гиперкоагуляция, то есть повышенная свертываемость нашей крови приводит вот к таким печальным исходам. И поэтому были созданы для вас большое количество коктейлей. Шоколадный, у каждого свои предпочтения, но всегда самым главным составляющим там является соевый суперочищенный изолят, который вот, имеет вот такую связь с пептином, витаминный премикс, здесь витаминный комплекс и микроэлементы, которые позволяют в низкокалорийном составе влиять и обеспечивать практически 30% витаминов и микроэлементов от суточной потребности. И вот сейчас продолжается еще Великий пост, то применение вот этих коктейлей, оно крайне востребованным является, и Гаги Георгиевич большую партию отдает церковь обычно коктейли для того, чтобы поддержать служителей церкви. Ну и вот много сейчас идет разговоров о живых продуктах, и мы, может быть, сыроедением должны заниматься, но обычно это не всегда вкусно, и поэтому приходится подвергать термической обработке, тушить, там, варить, и часто добавлять всевозможные химические добавки для того, чтобы они, продукты, сохранились. И порой это, ну, приводит к гибели всевозможных белковых структур и уже не несет ту пользу, которую бы нам хотелось. Ну и вот живые конфеты, есть они или нет? Ну, наверное, есть. И мы для вас сделали вместо этих живых конфет вот наши большие, значит, набор сбитней, которые сейчас, особенно когда мы выйдем на природу, вот на шашлыки, делать вкусные очень сиропы, экстракты вот эти с битнями, они можно добавлять, конечно, и в водку, будет очень вкусно. Но не рекомендуется. Да, я не рекомендую. Но вообще, на самом деле, это спорный вопрос. Даже я студентам, когда читаю лекцию, это, так сказать, информация только одного открытого итальянского исследования была, когда вы сейчас многие знаете, что такое есть пилорический геликобактер, да, который вызывает язву или рак желудка. Ему пытались приписать еще много других проблем, связанных со здоровьем, вплоть до атеросклероза. Но пока остановились только вот на атрофии в желудке, предраковое состояние. Он является как бы канцерогеном первого порядка. Но итальянцы пошли дальше. Потому что мы же проводим эрадикационные так называемые схемы, тройная или квадротерапия, когда назначаются антибиотики, ДНО, который ты вам видите там всегда на рекламе. И хеликобактер можно убить только вот такой. Тяжелой артиллерии антибиотиков и антисекреторных препаратов. И они показали, что малые дозы красного сухого вина не влияют на эффективность антибактериальной терапии. Но это не к тому, я говорю, что мы все сейчас побежим и будем пить красное сухое вино. Хотя это никак отрицательно не сказывается, а даже в средиземноморской диете, вы все продвинутые у меня слушатели, знаете, что бокал красного сухого вина даже входит в программу антиатеросклеротической терапии. Ну, это особая тема, о которой мы, может быть, когда-нибудь тоже поговорим. Ну, вот наши сбитни. Они это национальное как бы достояние России, идущее от 17-го там века, и не несет опасных калорий. И сочетание с экстрактами растений, которые регулируют те или иные обмены веществ,
малокалорийный продукт, вкусный достаточно продукт, и его желательно употреблять ежедневно. 2-3 чайных ложечки сиропа можно добавлять в горячую воду, кто-то добавляет в холодную воду, потому что в горячей там появляется очень много ароматов сразу, они как бы начинают испаряться, некоторые не переносят такие запахи. Сладости от нашего института, они позволяют приготовить особым методом углекислотной экстракции, и вот оставшаяся в емкости полезная субстанция, она уже идет на приготовление вот этих сбитней. Все полезные вещества, которые сохраняются в травах, они остаются неповрежденными. И вот сбитень багряный, я немножко о нем поговорю, потому что здесь входят вот всем вам известные вещества и травы, растения. Имбирь, гвоздика, корица, мускат, анис, лаванда, чага, стивия. Сладость доставляет она в 200 раз слаще сахара стевия и употребляется также у всех, запомнили, 2-3 чайных ложечки и перемешивается, повышает нашу сопротивляемость организма с возможным инфекциям. Значит, за счет вот чаги, которую вы все знаете, и люди, имеющие предраковые заболевания, состояния, они стимулируют, вот, улучшают обменные процессы и антиканцерогенным свойством обладают. То есть это вот в аптеках продающийся бифенгуин, вы знаете его, что люди, имеющие предраковые состояния, и для профилактики, если это наследственность как чем-то продиктована, этих злокачественных опухолей, тоже крайне важно знать и применять. Значит, противовоспалительные свойства за счет тех же лекарственных растений, которые сюда входят. Винны. Ну, здесь ничего удивительного. Здесь изабелла есть, которая дает специфический привкус этого. И опять же, вот эти сочетания полезные имбиря, гвоздики, муската, аниса, лавра, зеленого чая, доказано, как бы вот улучшающие микроциркуляцию и противовоспалительные свойства вот этих всех растений, иммуномодулирующие действия этих продуктов доказано. Он изумрудный тоже в основном за счет шишек хмеля, дающий вот такой зеленоватый ему цвет. За счет аниса это отхаркивающее, противовоспалительное действие. Корица, гвоздика, имбирь, они вообще как бы являются мощными антиоксидантами и противовоспалительными средствами. Он хороший, дает успокоительный эффект и можно применять в вечернее время перед сном за счет вот этих шишек хмеля, которые там присутствуют. Ну, обладает легким желчегонным эффектом, поэтому людям, имеющих дискинезию желчевыводящих путей, можно использовать, людям, страдающих такими эмоционально неустойчивых, возбудимым людям, тоже хмель и мята способствуют улучшению общего состояния. Что касается вот сбитни ликерный, он обладает мощным противовоспалительным эффектом за счет входящей сюда экстракта пихты, вот, и имбиря. То есть способствует восстановлению крови при кровопотерях и женщин, которые имеют обильные месячные, тоже хорошо бы этот продукт знать и применять. Молочный – это единственный из коктейлей, который мы не рекомендуем больным с сахарным диабетом. Почему? Потому что сюда включена молоко сгущенное, сахароза. Оно мощным противовоспалительным эффектом обладает, особенно при сухом кашле. Очень быстро как бы происходит выздоровление и при бронхитах, и при ларингитах за счет муската и аниса, лавра, которые здесь присутствуют.
все вот эти преимущества сбитни, они обусловлены тем, что, во-первых, они полезны, во-вторых, они сладкие, в-третьих, это крайне важно, я говорила сегодня о функциональном питании, то есть они являются, вот этот гумиарабик, смола акация аравийской, способствует размножению бифида и лактобактерий. То есть уникальные вкусовые качества, которые могут способствовать вот хорошему приему в загородной зоне, дома, вот в холодную погоду, сидя у камина, такой коктейль очень вкусно употреблять. А мы сейчас много говорим о проблемах с функционального питания. И это вся наша теория упирается в то, что мы должны поддержать наших бактерий, которые населяют наш желудочно-кишечный тракт. И вы это уже знаете, что стартовал микробиом, программа. Американцы вкладывают огромные миллиарды средств в изучение кишечной микрофлоры. И идет иммунотипирование, генетическое тестирование бактерий. И сейчас вот просто анализ, там, копрограмму, сданную на бактерии, они уже уходят в прошлое. Сейчас мы занимаемся иммунотестированием, иммунофенотипированием бактерий. И открываются все новые и новые их свойства. И мои студенты, мы написали большую работу в Академгородке, в Институте химической биологии и фундаментальной медицины, занимаемся исследованием вот таким бактерий. Это особая сложная проблема исследований, которая еще откроет много-много новых свойств этого внутрикорпорального дополнительного органа, как легкие, как кровотворная система, как органы кровообращения. И вот эту нашу систему бактерий, которые находятся в нашем желудочно-кишечном тракте больше всего, все бактерии находятся на коже, там и в мочеполовых путях и так далее, но больше всего их находится в кишечнике. И самое главное, это бактерии, бактероиды, но они живут недолго. И когда мы с вами принимаем продукты, которые получаем, там бифиды или лактобактерии, живые культуры, они живут и уходят, как говорится, с утренней неожиданностью. И поэтому коррекция вот этого нарушенного микробиоциноза, она крайне затруднительна, потому что мы принимаем, может быть, не ту бактерию, которая нам нужна. Может быть, мы не такое количество ее принимаем, а может быть, все это быстро транзитом уходит, и вообще кислая среда желудочного кишечного желудка, она на два порядка уменьшает количество бифидобактерий. Когда вы покупаете живые культуры, вас предупреждают, или грамотный аптекарь говорит, что нужно сначала выпить щелочную воду, а потом только приниматься вот эти живые культуры, потому что это бактерии, на два порядка количество их уменьшится. А самое большое количество живых бактерий находится в биовестине лакта. Это продукт, который тоже сделан в Новосибирске на ферме «Вектор», который занимался особо опасными инфекциями на самом деле. И я проводила много клинических исследований. Уже показали, в желудке там их 10, 9, 10, 11 степени, а в кишках должно быть 10, 13, мы уже недополучаем в одном грамме фекалий. То есть поэтому нужно все время заботиться о полезной кишечной микрофлоре, которая нас населяет. И практически 95-98% это бифидо- и лактобактерии. И если вы читаете, опять к первым слайдам вас возвращаю, что продукты, сколько они должны храниться? Недолго, потому что если долго, 30 дней, какие там бактерии уже? Они все, извиняюсь, откажутся нам помогать, их не будет там. Они никакой пользы
могут не принести нашему организму. И вот эти вот фруктовые йогурты, о которых мы с вами много слышим и читаем, они проходят также термическую обработку, и поэтому большой пользы на самом деле не так уж много несут. Но тем не менее, там вы напишите, увидите на инструкции написано 10 в 7, 10 в 3 степени бифидо- и лактобактерий. А я вам уже сказала, что должно быть 10 в 13 степени. Поэтому, естественно, лучше будет, но не до такой степени, как это хотелось бы. И поэтому мы для вас создали уникальный продукт, имеющий золотую медаль сибирской ярмарки. Это пектолак бифидо, где вот эта композиция из пектина, лактулозу, слово, которое вы должны уже все знать, способствует росту собственных бактерий. И мы еще для того, чтобы усилить эффективность этого симбиотика, внедрили сюда сухую биомассу пробиотических микроорганизмов, 5 штаммов бифидо и лактобактерий. То есть мало того, что вот это носителем является для доставки в кишечнике больше всего бактерий, а не в желудке. В желудке 10 в 3 степени всего бактерий, а в кишечнике 10 в 12, 10 в 13 степени в одном грамме фекалий. То есть больше, чем людей на всей планете бактерий в одном грамме фекалий. Знаете, сколько нужно энергии для того, чтобы поддержать вот этих микроорганизмы и обеспечить защиту. И мы эти технологии выполняем, потому что мы не подвергаем температурной обработке. Бактерии живут при температуре 37-38 градусов. Если эта температура ниже, то они лиофилизируются, то есть они переходят как бы в коковые формы и должны активизироваться, уже продвигаясь по желудочно-кишечному тракту. А если у человека понос, то это ничего не успеет активироваться и никакой пользы не принесет. То есть получается, что зря выброшенные деньги и никакой пользы от того нет. И поэтому-то вот как бы лиофильная сушка вот этих вот продуктов, которые поступают уже на пектине яблочном, они позволяют прийти кишечнику своевременно и активизироваться. 6 часов примерно требуется микроорганизму для того, чтобы из высушенной лиофилизированной формы стать активным микроорганизмом, который уже будет осуществлять обменные метаболические процессы всевозможные в желудочно-кишечном тракте. И те неуспехи, которые клиницисты, инфекционисты мы и имеем при проведении клинических испытаний всевозможных продуктов лечебно-оздоровительного питания, содержащих бифидо и лактобактерий, обусловлены непониманием и незнанием ни самим потребителем, ни, может быть, даже врачами особенностей, как нужно принимать. То есть я вас учу, что, во-первых, это должна быть щелочная среда в желудке. То есть это что-то, если у вас высокая кислотность, то обязательно нужно принять минеральную воду. Во-вторых, если вы принимаете, это и касается живых культур, ну, во флакончиках там, в аптеках продается. Если это лиофилизированные, высушенные бактерии, то они лучше, чтобы шли на носители. То есть вот сделаны на всяких сорбентах нанесены. Вот, например, литовит-С, да? Или вот пектолак бифидо. То есть мы на сорбент, пектин тот же нанесли. И уже метод доставки обеспечили именно туда, где должны эти бактерии привести, быть активированы и будут действовать должным образом для того, чтобы воздействовать нормально на кишечную микрофлору. Если у вас проблемы, связанные со стулом, типа диареи, то тем более нужно доставку обеспечивать на сорбенте. То есть вот это будет
тот же самый пектин, на котором будет доставляться 5 видов штаммов бифида и лактобактерий. Дело в том, что все кишечные клеточки, которые покрывают всю слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, они живут очень недолго, от 3 до 5 всего суток. И им нужно огромное количество энергии для того, чтобы выжить и жить. И обмен веществ должен осуществляться с такой скоростью, чтобы энергии хватало этим энтероцитам для жизнеобеспечения. То есть вот предполагается жить 3 суток, ей столько нужной энергии, а эту энергию дают пищевые волокна только. Растворимые пищевые волокна и нерастворимые. Растворимые пищевые волокна – это пектин. То есть там энергия для вот этого колоноцита или энтероцита, она обеспечивает жизнедеятельность вот этих клеточек. То есть нужно есть яблоки, нужно есть мармелад, я разрешаю вам, то есть это пектины. Это вот тот наш яблочный пектин, который есть в пектолакте, для того, чтобы наш кишечник не старел. И чтобы мы с вами прожили 127 лет, которые запрограммированы природой. То есть, ну, здесь сегодня сидят некоторые слушатели, которые не первый раз меня слышат, а есть те, кто впервые пришли. И вот я всегда сравниваю, когда читаю лекцию по так называемому дисбиозу, дисбактериозу, кишечную стеночку с английским газоном. То есть вообще, если каждую клеточку, которая ворсинки все покрывает нашего кишечника, выстроить в один ряд, то это будет газон, состоящий из 3 соток. Представляете? Как англичане говорят, какой самый хороший газон, которому 300 лет, который каждый день нужно поливать и стричь. Если вот эти вот отмершие клеточки не выходят, а в основном наш стул состоит из отмерших бактерий и отмершего эпителия, то что? Та клетка, которая растет, ей сложно функционировать. Поэтому нужна грубая клетчатка, которая как щеточкой почистит и уберет вот эти отмершие клеточки. И поэтому мы обосновываем значимость продуктов лечебно-оздоровительного питания. Это пищевые волокна растворимые и нерастворимые. То есть клетка должна жить 5 дней как минимум для того, чтобы вот этот газон был ровненький, а не прополотый с плешинами. Понятно, о чем я сказала, о газоне и о кишечном эпителии. И вот эту функцию обеспечивают и пищевые волокна, и те бифидо- и лактобактерии, которых больше всего находится в нашем кишечнике. Но в 30-е годы было сделано открытие вот этой самой лактулозы, которая сейчас входит во все диетическое детское питание. Потому что она лактулоза, вы все время слышите нормаза, дюфалак, она обеспечивает детоксикацию нашего организма. Она обеспечивает удаление аммиака из нашего организма и тем самым защищает наш мозг. Даже если у пациента тяжелейшая энцефалопатия, обусловленная циррозом печени, то мы их спасаем, назначая огромные дозы лактулозы. Сейчас я, когда уезжала, консультировала пациентку, которая должна была умереть 3 года тому назад, но благодаря вот ее, так сказать, последовательным действиям и вот, как мы говорим, комплаенсу с врачом, она живет с раком печени, там несовместимая с жизнью рак уже метастатический в печени, первичная гепатокарцинома у нее была. Вот в прикоме я пришла ее смотреть, билирубин 630,
Да, назначили огромные дозы пектина, промывание кишечника, в желудок, в кишечник октусан. Она проснулась, узнала, сказала спасибо. И вот буду ждать, как ее события развиваются. Но пока уже неделя, она жива. То есть вот на самом деле, как важно знать предназначение того или иного продукта. На самом деле это продукт лечебно-оздоровительного питания, лактулоза. И поэтому, если есть проблема с печенью, если есть проблема с запорами, то вот это просто незаменимые продукты, которые обеспечивают функционирование нашего и мозга, и желудочно-кишечного тракта. Я, как и Марина Николаевна, смотрела свои, сейчас готовлюсь для ВАКа пакет документов, и, значит, смотрю свой доклад в Сингапуре. Я с пектолактом. Когда его представляли и проводили мы клинические испытания у детей до года и до 14 лет. Вообще запрещены испытания в педиатрической практике, но тем не менее локальный этический комитет нам разрешил, поскольку это был продукт питания, это не лекарство. И вот деткам до года мы давали этот пектолакт, и у них уходили аллергические реакции, кожа очищалась, нормализация происходила. Кишечной микрофлоры, стол, и дети становились радостными и веселыми. Все дело в дозе. Деткам до года мы разрешаем пол порошка или даже кофейную ложечку. Потому что на самом деле лактулоза до 4 грамм образуется в самом нашем организме, и она поддерживает и нервную систему, и обеспечивает вот жизнедеятельность бактерий. И вот это потребление продукта, если вы уже имеете проблемы со здоровьем, обязательно я рекомендую его не менее 10 дней, хотя бы раз в месяц, хотя бы один порошочек в день для того, чтобы вот и поддержать кишечную микрофлору и провести, как мы говорим, заместительную терапию вот этих 5 штаммов бифида и лактобактерии. Ну вот, интересно, конечно, отзывы о наших продуктах. Вот одно из писем, которое здесь пришло, это о том, как ребеночку дали вот пакетик, и как после этого он быстро восстановился, заснул, и, конечно, благодарность родителей была вот так эмоционально приятно выражена. То есть и не только для лечения, но и для профилактики этот пектин они уже потом использовали. Да, я была в Ижевске, работала с педиатрами, 120 педиатров собралось, там приехало очень много педиатров, лекция была о профессиональном уровне. Они знают, понимают и работают с этим продуктом, потому что детки – это очень отзывчивые, как бы говоря, существа, люди, ребятишечки, которые очень быстро восстанавливаются на этом продукте. И вот те наши клинические испытания, они опубликованы были и в центральной печати, и в литературе компании «Арго». Они дали очень хороший положительный отзыв. И вот из Краснодарского края помогает, пишет, что и восстановилась кишечная микрофлора, и вот только участница этого нашего движения компания «Арго», ее сестра, помогла ей решить проблему, связанную с кишечным дисбактериозом. Потому что на самом деле это не только нормализация моторной функции кишечника, но и детоксикация. Вот эту запомните мою пациентку, которая вообще говорили, что она жить не будет. Она вышла на работу и работала целых 3 года вот, на комплексе лекарственных препаратов плюс вот этих биодобавок. Просто было удивительно, как женщина, вот, то есть наш организм, он безграничен в своих
компенсаторно-приспособительных механизмах, как мы это говорим. И вот пикталакт, он не только обладает бифидогенными свойствами, улучшает функцию печени, но и было показано, что он снижает уровень вот этих самых вредных липопротеидов низкой плотности и триглицеридов, которые приводят к болезни, которые сейчас все изучаем, и ничего не можем пока проблему эту решить, это жировой гепатоз, жировое перерождение печени. То есть всем рекомендуется пройти ультразвуковое исследование. И вам могут написать, что у вас светлая или белая печень. Это проблемы, связанные с нездоровым питанием, с нездоровой экологией и вот этим нарушенным обменом холестерина, его фракций, который может в конечном итоге вести к фиброзу печени и вести к циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме, то есть раку печени. И поэтому не так уж безобидно то заключение, которое вы получите по ультразвуковому исследованию, если у вас есть стеатоз печени. Поэтому вот профилактика и восстановление функции печени через нормализацию ее кишечного микробиоциноза крайне важны и способствуют выздоровлению и нормализации обмена веществ. Значит, ну, сегодня праздник Мутрикона, и поэтому я, естественно, в его день рождения, и мы сегодня идем на армянский, так сказать, в дворец съездов приезжает Шарль Азнавур, и Гаги Георгиевич прилетает, мы идем на концерт, посвященный Нутрикону. Вот, на самом деле, потому что это уникальный продукт, с которым я рассказывала, что когда я приехала на первый конгресс гастроэнтерологов Институт колопроктологии, они меня окружили, потому что вот именно правильная композиция пищевых волокон в сочетании с лекарственными растениями, она крайне важна для нормализации функции нашего желудочно-кишечного тракта. Если вы почитаете обзоры, посвященные колоректальному раку, то есть раку кишечника, то все профилактические мероприятия, связанные с вот с раком кишечника и профилактику дивертикулярной болезни, то есть это такие выпячивания, я сейчас еще на этом немножко остановлюсь, кишечники, они заложены в приеме клетчатки, причем нерастворимой клетчатки, и поэтому вот создание целой серии нутриконов, оно позволило решать очень многое количество проблем, связанных с нашим здоровьем. Потому что, во-первых, это низкокалорийный продукт. Сейчас заходим в кабинет Андрея Борисовича, а у него на столе стоит вазочка с нутриконом. Я говорю, что к моему приезду приготовился, чтобы я не осудила, что неправильный образ жизни ведете. Попробовала, черствый он или нет. Нормальный, хрустит, очень вкусный нутрикон. И я с удовольствием его всегда рекомендую, потому что на самом деле, это если не знаешь, то не понимаешь и не делаешь. А вот когда вы уже знаете, я вам сегодня уже рассказала про этот зеленый лужайку английскую, потому что восстановление вот этого, регенерация не только эритроцита, но и энтероцита в первую очередь, улучшение кровотока в кишечном эпителии. Ну, чтобы вам было не грустно и как бы интересно, еще такую печальную историю напомнить, что человек чаще всего при сердечно-сосудистых заболеваниях умирает в утренние часы. Почему? Потому что если на вечер хорошо покушал, идет обкрадывание мозга. Обкрадывание мозга и кровотока в желудочно-кишечном тракте усиливается, потому что нужно переваривать эту пищу. И поэтому мы должны помнить, что самое мощное кровообращение идет в
кишечнике, там мощные коллатерали, и поэтому вот это кровообращение в оболочке слизистой кишечника нужно обеспечивать за счет потребления вот этой вот клетчатки, которая облегчит стул у пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы не было натуживания, чтобы был, как все любят меня цитировать, легкий и как с удовольствием стул. Пышный с удовольствием. Так вот, вот эта пышность обеспечивает клетчатка, потому что она адсорбирует воду избыточную и формирует кишечное содержимое, кишечные массы, легко удаляющиеся из кишечника. И поэтому уже обкрадывание мозга не будет проходить в той мере, и не будет того натуживания, которое может быть у пациента, имеющего такой вот госпитальный режим, то есть постельный режим. И поэтому вот на самом деле, если пациент имеет какую-то проблему, связанную со здоровьем, и лежит, то ему крайне важно назначение вот такой неперевариваемой клетчатки. Даже людям, которые имеют недостаточность кровообращения и имеют избыточную жидкость в организме, этот нутрикон будет адсорбировать и выводить избыточную воду. То есть на самом деле мы, во-первых, восстанавливаем кишечные эпители, во-вторых, восстанавливаем кишечную микрофлору и обеспечиваем рост и размножение бактерий именно вот на этой матрице, на грануле, где будут размножаться бифидо- и лактобактерии. Ну вот этот слайд, он крайне важный для понимания, на каких уровнях работают или помогают пищевые волокна, входящие в состав нутрикона, воздействовать. Ну, во-первых, они обманывают наш головной мозг, что мы чего-то не доели. Съел, запил водой, и ощущение сытости есть. Поэтому я всегда люблю бульончики с сухариками вот этими. Если там уха идет или какой-то супчик, то лучше всего добавлять, и уже ощущение сытости возникает на ранних этапах. Но кроме того, я же сказала, что идет детоксикация и на уровне головного мозга удаление токсических веществ. Но если у вас нет зубов или пародонтоз выражен, то старайтесь все-таки жевать челюстью, потому что вот это межзубные пространства, где больше всего скапливается условно-патогенных бактерий, они будут очищаться. И поэтому удаление вот этих микроорганизмов, а самое грязное место в нашем организме – это ротовая полость. Даже в кишках меньше, чем здесь, 20 штаммов всяких условно-патогенных бактерий, вплоть до спирохеты. Здесь можно жить. Здесь пилорический геликобактер в междесневых пространствах живет. И поэтому даже если вы вылечите в желудке, то эти бактерии, которые живут в междесневых пространствах, они снова придут к вам в желудок. И поэтому, когда проводится эрадикационная терапия, такие важные слова вы должны выучить, то есть мы принимаем антибиотики от пилорического геликобактера, то и здесь нужно за ротовой полостью следить. То есть стоматологи должны вам рекомендовать, если особенно есть кровоточивость десен, то важно пережевывать вот этот самый нутрикон. Но если зубов нет и проблемы есть, то лучше размочить его в теплой водичке или в бульоне и все равно вот в ротовой полости как бы переживать. Значит, в пищеводе он мало какой эффект оказывает, но синдром изжоги, который мы знаем при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни бывает, то есть когда из нашего
желудка обратно затекает, желудочный сок и агрессивное содержимое 12-перстной кишки, у нас есть воспаление, формируется, то нутриконы и пектолакт благостно ложатся на адсорбцию вот этих самых желчных кислот, удаляя их и снимая синдром изжоги. То же самое касается и летовитов, потому что мы не умеем лечить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь хорошо. Неудачи нас постигают, потому что если кислый рефлюкс мы помогаем антисекреторными препаратами, вы их знаете, омепразол и так далее, париет, у кого насколько позволит зарплата. А вот когда желчный рефлюкс, когда вот желчь отсюда, и вам при гастроскопии напишут, что рефлюкс желчи в желудок, вот именно пищевые волокна, они, кроме урсодезоксихолевой кислоты, то есть медвежьей желчи, помогают адсорбировать вот эту ядовитую желчь. В желудке крайне важную роль имеют пищевые волокна, потому что они адсорбируют вот эту самую и желчь, и способствуют регенерации или восстановлению эпителия желудка, продвигают желудочное содержимое в том направлении, как это нужно, а не обратно идет движение пищевого продукта. Дело в том, что если здесь выраженное воспаление, то я рекомендую пектолакт. Потому что как бы мы ни измельчали мелко нутриконы там до 100 микрон, все равно на открытом язвенном дефекте, ну, если есть язвенное образование, то это не очень рекомендуется. А вот пектины, растворимые пищевые волокна, они очень благостно ложатся на слизистую оболочку и предотвращают развитие и прогрессирование воспаления. При язвенной болезни, значит, здесь был целый обзор посвящен. Если язвенная болезнь в фазе ремиссии, то лучше всего и обязательно употреблять пищевые волокна. Если язва открытая или свершилась только недавно кровотечение, то назначаются протертые супы, вот такие желеобразные продукты, и пектины можно назначать. Даже при язвенном колите, это особая песня, когда мы говорим о воспалительных заболеваниях кишечника, то пищевые волокна доказали свою важность и необходимость их применения. Так, сейчас я уберу эту всю красоту экрана. Вернемся назад. Значит, посмотрите, весь желудочно-кишечный тракт, он как бы отвечает положительными эмоциями на применение пищевых волокон. Это профилактика желчнокаменной болезни, это увеличение и желчеобразования и желчеотделения, это профилактика застоя желчи в печени, и вот синдром зуда часто у пациентов с болезнями печени и болезнями желчевыводящих путей, и вот это облегчение значимое возникает, когда принимаются пищевые волокна. Нашими исследованиями и исследованиями других компаний было показано, что пищевые волокна, ну, капиталистические компании проводили испытания других пищевых волокон, они показали, что снижается уровень и самого холестерина, и вот этих вот триглицеридов, желчных кислот, и снижение таким образом уровня плохого холестерина и профилактика атеросклероза. Затем мы показали, что он адсорбирует соли тяжелых металлов,
удаляет условно-патогенную кишечную микрофлору. Я приведу исследование профессора Минушкина из 4-го главного управления, который проводил испытания нашего нутрикона. Они показали и эффективность при кандидозах желудочно-кишечного тракта, а уж вот проблема, связанная с дивертикулярной болезнью, она вообще выходит на одно из ведущих мест в колопроктологии, потому что третье место по причине кровотечений из желудочно-кишечного тракта занимают вот эти дивертикулы. То есть вот не только там геморрой, там полипы всевозможные, а вот разрывы мелких сосудиков, открывающихся вот в эти дивертикулы, именно в ложные дивертикулы, потому что стеночки нет у этого дивертикула, это может привести к перфорации кишечника. И поэтому следить за стулом у человека, имеющего желчнокаменную болезнь, гастроэзофагеальную, рефлюксную болезнь, варикоз вен пищевода, то, как правило, практически у человека будет вот эта дивертикулярная болезнь. И профилактикой вот этих кровотечений, перфораций, то есть перитонитов, нужно заниматься заблаговременно, зная и понимая эту проблему. И чем больше нам лет, после 50-55 лет, да если мы блондинка, да склонна к полноте, да еще у нас запоры, то, как правило, у этих людей будет дивертикулярная болезнь. То есть если еще много рожали эти женщины, то есть это 5F я называю, женщина в возрасте после 40 лет, у которых было много детей фертильного возраста, то есть они чаще всего болеют вот этой дивертикулярной болезнью. Ну и доказана прямая связь желудочно-кишечного тракта, ее бактерий с пищевыми волокнами. И профилактика раковых заболеваний толстой кишки, она доказана, несмотря на те споры, которые идут в нашей научной литературе по влиянию пищевых волокон на развитие рака. Все уже договорились, что профилактика злокачественных опухолей толстого кишечника – это употребление пищевых волокон и нормализация кишечного микробиоциноза. Вот те задачи, которые мы ставим, то есть весь желудочно-кишечный тракт – это проблема с пищевыми волокнами связана, потому что никакие ферменты, они не влияют на расщепление вот этих пищевых волокон. Только микроорганизмы, которые населяют наш желудочно-кишечный тракт, они приводят к расщеплению пищевых волокон и дают энергию колоноцитам. Может быть, вы знаете как бы научную литературу, а может быть, кто-то вам из врачей рассказал, что крайне важно это вот слабокислая среда в желудочно-кишечном тракте. Это наличие монокарбоновых вот этих кислот, масляной, уксусной, пропионовой, бутиратов. И вот эти все кислоты, они обеспечивают нормальную жизнедеятельность кишечной микрофлоры и профилактируют злокачественные опухоли. Поэтому капиталисты сделали лекарство под названием Закофальк. Фирма Фальк сделала вот этот препарат. А вы имеете все, что еще фирма Фальк Фарма только придумала недавно. Вы уже более 20 лет эти проблемы знаем и решаем, потому что мы обеспечиваем снижение pH кишечного содержимого, то есть когда слабокислая среда, там не размножаются условно-патогенные бактерии и не будет тех бродильных гнилостных процессов в кишках. То есть вот задачи, которые мы ставим, когда рекомендуем применение нутриконов. Ну, какие они? Вот сейчас, вы понимаете, вот это уже, как мы говорим, у лекарств дженерики, так и в магазинах появились дженерики на нутрикон. Это мы придумали больше 20 лет тому назад, и вот сейчас хрустящие в супермаркетах то же самое продаются. Но они без лекарственных растений,
они как бы структура их не на вихревых мельницах, которые делаются на фирме, которую Гаги Георгиевич возглавляет, и поэтому вот надо ценить то, что имеешь. И вот это нет высокотемпературных режимов. Мы знаем, что только при температуре где-то 55-60 там, градусов сохраняются все полезные свойства вещества, поэтому длительный процесс приготовления нутриконов позволяет сохранить вот в этом температурном режиме биологически активные вещества, входящие в состав нутриконов. То есть из-за того, что вот эти вихревые мельницы разделяют частички до очень мелких размеров, они позволяют вот, повысить эффективность его как бы, лечебно-профилактического действия и являются матрицей для размножения бактерий, то есть является энтеросорбентом природным. Когда-то в компании Арго говорили: сделайте нам таблетку. Таблетку. Таблетки можно сделать только тогда, когда туда добавляются вот тальки, или мел, или крахмал, или аэросил. Вы почитайте в инструкции микроцеллюлезу, которую там добавляют в лекарства. Там 0,001 активного вещества, а вся остальная таблетка – это все наполнители. Мы создали для вас продукт, который не имеет никаких наполнителей, и здесь только отруби пшеничной ржаны и целебные травы в составе имеются. То есть добавление вот этих лекарственных растений, они расширяют эффективность назначения наших продуктов, рекомендаций их при различных... Мне спрашивают, а вы что употребляете? Я говорю, я беру несколько нутриконов, в одну вазочку высыпаю, и какой попался, тот и ем. Мне говорят, ну вот надо же, наверное, по очереди. Я говорю, да нет, нашему организму, в принципе, все нужно. Поэтому лучше вот смешивать их даже. Все нутриконы можно смешать. Просто употребить все невозможно. Вот большое такое количество, и поэтому приходится там 1, 2, 3 смешивать всего. Значит, самое главное, это мы должны поддержать нашу иммунную систему, которая 70%, вы знаете, реклама нас всех подавила, 70% нашей иммунной системы находится в желудочно-кишечном тракте, поэтому мы, заботясь о своем вот этом газоне английском, о котором я говорила, мы решаем очень многие проблемы, связанные с восстановлением иммунитета. И вот часто мы проводим тестирование, какой у вас иммунитет, то как, когда протестируешь, то прослезишься, потому что на самом деле мы подвержены в тот или иной период времени стрессам, а это приводит к гибели иммунокомпетентных клеток, и вот этот дефицит нужно как-то восполнять, решать, и это позволяет сделать наш желудочно-кишечный тракт здоровым и поддержать нашу иммунную систему вот, через нормализацию этой кишечной микрофлоры и за счет восстановления энтероцитов кишечной нашей экосистемы. Ну, посмотрите, значит, мы всегда говорим, вот этот Майдадыр мне придумали замечательный слайд, чистота – залог здоровья. И поэтому, когда мы говорим о загрязнении внутренней среды, нет пророка в своем отечестве. Лет 20 тому назад, значит, у меня два хороших профессора, друзья, можно сказать, уехали в Америку. Сын там жил уже. И вот вдруг он приезжает через 4 года и начинает мне читать лекцию о том, чего он там в Америке новое узнал. Я говорю, слушайте, вы рядом со мной жили, я рядом вам читала эти лекции по эндоэкологии человека, и вы теперь мне начинаете читать эти лекции о том, что мы это все знаем, потому что
А вот американцы это знают, они его научили, он там начинает читать, уже профессор, педиатр, достаточно известный человек, и вот он мне рассказывал, как надо чистить наш организм. Это слово Александр Иванович Пальцев совершенно не переносит, когда начинают говорить слово «чистит», и поэтому я вот это слово «загрязнение внутренней среды организма» в кавычки беру, чтобы это на самом деле вы понимали, что при функционировании у нас образуется много токсических веществ, которые должны быть удалены через естественные пути. Вот по запаху человека можно определить его болезни. Я рассказывала, как в каком-то там 2004 году, значит, наш институт цитологии и генетики, потом они разделились, купили у англичан дорогой прибор за 2 миллиона долларов. Он назывался суперчувствительный нос. То есть он по запаху может отличить, ну, не только взрывчатые вещества. А сейчас вы только недавно обзор, наверное, почитали, что во Франции вывели породу собак, которые диагностируют рак молочной железы. А японцы воспитали собак, которые диагностируют рак простаты. То есть это суперчувствительный нос, который диагностирует болезни. Потому что по одной молекуле можно вещества, которого мы выделяем из себя, поставить диагноз. Ну, врачи знают там вот, кетоацидоз, больной с сахарным диабетом, от него ацетоном за версту пахнет, да? Есть еще какие-то запахи, которые мы знаем, там за версту входит там с абсцессом легкого, в палате запах, все сразу знают. Или протей растет, вы всех запахи знают. А вот когда на молекулярном уровне идут повреждения. И поэтому на самом деле еще много неоткрытых дорог и путей, которые позволят нам правильный диагностический алгоритм построить. И вот этот суперчувствительный нос я испытывал для диагностики пилорического геликобактера. Ну, представляете, глотать все время зонд, поставить этого геликобактера найти или там дыхательный тест. И мы решили понюхать. Что же он унюхает, этот мой суперчувствительный нос? Так вот, когда мы понюхали одного пациента, пришлось потом эти фильтры несколько суток отмывать. Он нос этот задохнулся. Сколько мы много выделяем токсических веществ. И поэтому на самом деле удаление этих токсических веществ различными путями, оно позволяет поддерживать наш, такое слово модное, гомеостаз. То есть равнозначное вот состояние в нашем организме. И поэтому выброс отходов, он должен осуществляться через 10-18 часов, то есть один или два раза в сутки должен быть стул. Почаще мы должны и пить воду, но не надо до 5 литров, я у вас умоляю, не надо пить, как вы там. Но в принципе, если моча плохо пахнет, прошу прощения за это, так сказать, интимные подробности, то значит в нашем организме много накопилось токсических веществ, и уже вы должны увеличить свою водную нагрузку. Но это если у вас нет сердечно-сосудистой проблемы, и вода должна быть, и у вас фильтры в компании «Арго» замечательные есть, должна употребляться 30 мл на килограмм массы тела. Это нормативы. Вот все в нашем организме посчитано. Посчитано, сколько нужно есть, пить, и как говорится, сколько бактерий в каждом грамме фекалий находится. И вот весь наш желудочно-кишечный тракт, как и кожа, является органами детоксикации. Они выделяют токсические вещества, и больше всего это выходит с кишечником. Моча, там, через пот. То есть мы все по-разному пахнем. То есть все токсические вещества из нас выходит, и поэтому этот суперчувствительный нос собак позволяет правильно диагностировать вот болезни. Но сейчас уже карты создаются, вот эти запахов, по которым можно уже кое-какие болезни действительно верифицировать. Ну, там в педиатрической практике фенолкетонурии и так далее, и так далее. Ну, вот посмотрите вот эту вот фразу, которую профессор Гавалов, который из Америки привез мне,
Вот, весь шлаков может достигать 10 килограммов. Это когда приходите ко мне на гидроколонотерапию, похудеете на 3 килограмма. Это вот те самые 3 килограмма, которые в нашем желудочно-кишечном тракте накапливаются. И просто метров у нас там 10-12 метров кишок, поэтому там хранится большое изобилие вот этих всех токсических веществ и шлаков. Поэтому действительно нужно за этим следить, потому что ворсины и складочки, они должны быть чистыми. В норме, я когда студентам начинаю напоминать анатомию, я говорю, что ампула прямой кишки в норме должна быть пустой. Ничего там не должно храниться. И поэтому вот эти колоректальные раки, то есть рак прямой и сигмовидный кишок, это чаще всего у людей, имеющих хронические запоры. Поэтому задача, которая стоит перед нами, это нормализация работы желудочно-кишечного тракта. Вот этот наш как бы загрязненный или зашлакованный кишечник, он не способен полностью усваивать витамины, микроэлементы, и в конечном итоге это приводит к снижению иммунитета в целом. И вот, вот эта проблема, которую в 2006 году стартовал мировая такая программа «Микробиом человека», она была заложена еще нашими учеными. Но Мечников тоже ошибался. Он говорил, вообще надо кишку выбросить, черт матери, потому что там бактерии плохо, плохие живут, и будем мы без них там справимся. Оказывается, нет. Там все очень нужно. Так же, как американцы. Они лет там 15-20 тому назад новорожденным всем аппендиксы удалили. Всех надо избавить от аппендикса сразу. Через пупочное кольцо вошли лапароскопом, этот аппендикс всем отстригли, и пусть и живет себе. Оказывается, нет. То есть это лимфоидная миндалина, это иммунокомпетентный орган, он тоже нужен, потому что люди, у которых удалили аппендиксы, ну, я вас сегодня запугаю окончательно, значит, тоже чаще всего болеют злокачественными опухолями кишечника. Потому что иммунная система, этот аппендикс, он тоже нужен. Поэтому вот эта проблема, связанная со злокачественными опухолями, вот посмотрите, рак – это месть природы за неправильно съеденную пищу. И поэтому то, как бы вот основное направление мое, посвященное сегодня здоровому питанию, оно является как бы вот лейтмотивом победы человека, в принципе, над раком в том числе. Потому что все мы должны умереть от рака. Успокоительную вещь я вам сказала, да? Только одни до него доживают, а другие нет. Потому что мы научились лечить людей от сердечно-сосудистых заболеваний. И поэтому научимся лечить от рака, придумаются еще какие-то болезни, до которых мы в 120 лет доживем. Поэтому на самом деле это проблема, которую просто нужно изучать, знать и уметь помочь человеку. Потому что на самом деле уже сейчас и рак – это не приговор, это уже мы имеем так называемую таргетную, целенаправленную терапию, которая будет действовать только на раковую клетку. То есть годы идут, и мы много чего узнаем и много чем можем помочь. Поэтому вот 94-й год, год Нутрикона, который вот мы сегодня как бы день рождения его отмечаем, это все было направлено и на нормализацию работы желудочно-кишечного тракта, и поддержку иммунной системы, которые вот помогают нам не только справиться с болезнями, но и способствовать долгожительству. И вот самым гипоаллергенным продуктом является Нутрикон Плюс, который можно давать уже деткам двухлетнего возраста, когда они начинают жевать, чтобы они не проглотили, когда болтают. Его можно в супчики добавлять, в те же самые йогурты, в пектолакты. И это сбалансированный аминокислотный состав,
и растительный белок, обладающий мощным иммуномодулирующим и антиоксидантным действием. Я говорила о той проблеме, связанной вот с эндоэкологией и экзоэкологией, то есть недостаток селена на всей территории России, особенно после того, как мы отказались закупать канадские сорта пшеницы, которые были вот, обогащены селеном, потому что росли на землях, где достаточное количество селена. Если дефицит в земле, то и дефицит будет в растениях. И поэтому вот недостаток селена, который вообще продемонстрировали китайцы, ребенок был с огромным сердцем, маленький ребенок, у которого была болезнь Кишана, так называемая, то есть недостаток селена, который привел вот это к миокардиодистрофии. И поэтому вот изучение этой проблемы показало, и мы с институтом питания, с профессором Голубкиной показали, что на всей территории России недостаток идет селена. И вот обогащенные продукты селеном, они позволяют бороться и с токсическими веществами. Они предотвращают нас от отравления свинцом, кадмием, ртутью, потому что вот люди, которые курят, они очень много потребляют вот этих вот микроэлементов токсических. И вот табачный дым, угарный газ, они способствуют тому, что поглощается огромное количество селена. И вот селен, обогащенный спирулина, обогащенная селеном, она позволяет на таком как бы биохимическом уровне решать наши проблемы, связанные со здоровьем. Вот сейчас оговорили за селена, и за селена я вспомнила. Ко мне год назад приходит по рекомендации моего младшего сына его друг. Ему 37 лет. Они решили завести себе ребеночка. А им сказали, что детей у вас не будет. У вас неполноценная сперматозоиды, и вообще иди гуляй, иди лечись. Вот он потратил огромное количество денег, потому что молодой, еще хочется еще одного ребеночка, и пришел ко мне. Я говорю, слушай, у тебя все будет хорошо, ты родишь замечательного ребеночка. И вот они 2 апреля отмечали ребеночка, родившегося после моей консультации, после приема нутрикона селена. То есть на самом деле подвижность сперматозоидов обусловлена еще. У него, во-первых, был жировой гепатоз, избыточная масса тела, гиподинамия. Ну вот, заставила его 6 месяцев есть этот нутрикон с селеном, значит, и они где-то там забеременели, и вот уже ребеночка родили. Теперь уже за мое здоровье пьют и говорят, что гинекологи были неправы, потому что на самом деле нужно просто знать проблемы, которые вот позволили наши продукты решить эти проблемы. Поэтому, если есть бронхиальная астма, если есть миокардиодистрофия, если есть атрофические процессы в желудке, вам пишут атрофический гастрит или там атрофический колит, то есть после перенесенной дизентерии, значит, при различных бесплодиях, вот это все может лечь в основу такой базисной как бы основы коррекции здоровья человека. То есть это позволяет выживать клеточки столько лет, сколько ей или дней, часов, сколько ей это предназначено. То есть профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, гастроэнтерологических. Мы в Рязани с профессором Низовым проводили испытания вот, влияния селена на онкологические заболевания. Было показано, что у онкологических больных селена еще меньше, чем у других и в тканях, и в крови. И поэтому для профилактики онкологических заболеваний при атрофии обязательно вот, биодоступный селен, то есть он связан с цистеином, с аминокислотой, позволяющей легко всасываться. Можно, конечно, и неорганический селен, но дозы между токсической и лечебной дозой, там очень небольшой коридор. И поэтому лучше растительный, вот на спирулине, как
донатор, носитель этого микроэлемента, человек принимает. Можно триавит принимать. Ну, с этой техникой нельзя руками махать. Так. Ух ты, батюшки. СОС будет кричать сейчас. Все. Ну, вот про этот селен мы с вами поговорили. А теперь вот при болезнях, связанных с печенью, желчевыводящих путями, это внутри конфита, потому что здесь сконцентрированы 9 лекарственных растений. Я говорю, ну, можно и берагаст принимать, да? Сейчас 9 лекарственных растений, а мы еще до них придумали и не на спирту, а на клетчатке свой продукт, который обладает вот такой мощной дренажной функцией для лимфатической системы. И вот проблемы, связанные с эндоэкологической реабилитацией, снижающей нагрузку на печень, эту проблему решать. То есть тему эндоэкологической реабилитации в компании «Арго» вы должны знать. Это профессор Левин, профессор, академик Бородин. Они еще там в 70-е годы эти важную роль лимфатической системы в детоксикации организма. И поэтому вот эти вот растения, которые входят в состав нутриконофита, они способствуют выведению из нашего организма токсических веществ. Ну вот, тройняшка, стоящая на первом плане и на втором плане, как бы человек, имеющий избыточную массу тела, это виновник тому часто микроэлемент хром. На самом деле этой проблеме очень мало уделяется внимания в научной литературе. Но вот эта инсулинорезистентность и повышение глюкозы натощак – это проблема, которая может помочь решить именно биодоступный хром. Потому что вы приходите сдавать анализ крови, вам говорят, у вас сахар что-то 6, 6,2. Это уже преддиабет. А дают вам нагрузку глюкозой. Или говорят, вот покушай плотненько, через 2 часа придешь, анализ снова сдашь. У вас сахар нормальный уже через 2 часа, но уровень инсулина в крови может быть повышен. То есть обмен веществ, связанных с углеводом, он нарушен у вас чаще всего за счет проблемы, связанной с лептином, связанной, важные такие вещи, которые участвуют в углеводном обмене. Это жирная печень у тех же, кто страдает жировым гепатозом, он дает в дальнейшем, может привести к развитию сахарного диабета. И поэтому с профилактической целью, людям, имеющим талию больше 84 сантиметров женщины и больше 92 сантиметров мужчины, в обязательном порядке рекомендуется этот микроэлемент для снижения инсулинорезистентности. Поняли, о чем я сказала? Надо принимать. Все. Значит, по одной чайной ложке 2-3 раза в день до 2-3 месяцев нужно принимать и при сахарном диабете, и при инсулинорезистентности. Там есть индекс Хоума, но это заморочки уже эндокринологов, которые уже мы определяем индекс, определяем концентрацию инсулина в крови, глюкозы в крови, и там рассчитываем, сколько избыточной вот этой вот самой индекс имеется в нашем организме. Это вам эндокринологи помогут эту проблему решить, они это все прекрасно знают. А если есть достаточно одного критерия, это объем талии. Вот и все. Объем талии должен... Талии? Значит, все меняется с годами. Значит...
Потому что на самом деле лет 15 это к тому назад, я когда читала лекции, я говорила женщинам 88, мужчинам 102. Сейчас, по прошествии еще 10 лет, я говорю, что нет, женщины 84, мужчины 92. То есть вот это Всемирная организация здравоохранения требует такую талию. Я говорю, 120, 120, 120, где талию делать будем? Ну вот я всегда, рассказывая внутри кони янтарь, говорю, что он был индуцирован профессором Пальцевым в создании этого продукта, потому что он, несмотря на то, что гастроэнтеролог, вообще очень такой заслуженный терапевт, кардиолог, и вот исследования биохимиков показали, что нам крайне важна янтарная кислота для обеспечения микроциркуляции в мышцы сердца в первую очередь. То есть обладает этот янтарная кислота профилактикой, замедляет развитие атеросклероза, обеспечивает дыхательную функцию клеток, митохондрий, биохимические реакции в нашем организме. И поэтому нутрикон янтарь, он позволил вот решать эти проблемы. У нас несколько форм этих нутриконов. Вот этот воздушный в виде порошка и гранулы мелкие. Ну, то есть на вкус, на цвет, что попросили, то мы для вас и сделали. И измельченные отруби лекарственные травы во всех из этих нутриконов содержатся. Ну, вот эта самая установка, где производятся эти наши нутриконы. И по просьбе аргонавтов мы используем вот этот экструдер, но который разрывает, а на него только потом наносятся пищевые вот эти вот отруби пшеничные, ржаные и лекарственные растения. То есть температура все равно там при взрыве большая, а потом уже сами воздействующие активные вещества по-другому готовятся. И дефицит пищевых волокон, он приводит к огромному количеству проблем, связанных с нашим здоровьем. И поэтому знание, что мы должны 20-25 граммов, это мои помощники, занизили требования Всемирной организации здравоохранения. Сейчас уже требования 35-40 грамм пищевых волокон для профилактики злокачественных опухолей. Это данные 20-летней давности. То есть сейчас мы должны есть 3 килограмма яблок как минимум каждый день, потому что в одном яблоке всего 2% клетчатки. Вот так, если разгрузочные дни вы будете выполнять, то вот такие нагрузки очень большие должны быть. Значит, иногда после приема нутриконов может быть приступ волчьего аппетита. Почему это происходит? Потому что может падать низкий уровень глюкозы в крови. Поэтому те люди, у которых есть сахарный диабет, мы рекомендуем потреблять нутриконы во время приема пищи. Во время приема пищи, а те, у которых наблюдаются гипогликемические состояния, вот с дрожью тела, желанием съесть хоть кота с хвостом, вы прибегаете к холодильнику, начинаете там им все время открывать, закрывать и кушать, это принимать тогда с пищей вместе, потому что могут развиться вот эти гипогликемические состояния, падение уровня сахара в крови. Это мы доказали, и поэтому для пациентов с сахарным диабетом это незаменимые все продукты. Во время еды. А который волчий аппетит после еды, во время еды, как угодно можно. Что? Ну, это нормальному здоровому человеку можно до еды, или больному с сахарным диабетом. Он снижает так называемую постпрандиальную гипергликемию. То есть, когда мы принимаем пищу, у нас уровень сахара в крови
резко повышается. И для того, чтобы предотвратить вот это резкое повышение сахара в крови, нужно до еды или во время еды. А для похудения не имеет значения? Не имеет значения. Но его можно, вот знаете, на столе поставить и грызть все время. Тогда не будет перепадов сахара. А когда вы много съедите, тогда возникают перепады сахара. Поэтому вот по гранулке, там как орешки, как семечки щелкают лучше всего. Ну, значит, если он взорванный, то здесь не обязательно большого количества воды. А если вот этот физиологическая потребность воды 30 мл на килограмм массы тела. Вот в жаркую погоду, когда начнется, тогда мы должны контролировать количество потребляемой воды. Почему часто на пляжах теряют сознание? Обезвоживание наступает, потому что не допили. И начинаются на антреконе страшные запоры. То есть я говорю, что надо есть пищевые волокна, у вас не будет запоров. А они приходят и говорят, ой, нет, у нас начались такие запоры. Начинаем анализировать, сколько человек потребляет воды. Потребление воды уменьшается, потому что при разговоре. Вот, при разговоре даже. То есть вот это физиологическая норма по потере жидкости. С дыханием. А если вы потеете, то еще 600 миллилитров. А вы приняли всего некоторые там 3-4 стакана воды в день. Конечно, она же еще, вода в нашем организме образуется, но не до такой же степени, чтобы компенсировать вот эту потребность на нутриконе. Если ваш организм не имеет отеки, если нет сердечной или почечной недостаточности, то вот именно мы количество воды рекомендуем 30 мл на килограмм массы тела. То есть, если вы весите 80 кг, то это 2400 где-то ведете активный образ жизни. Если у вас сахарный диабет, или у вас это как бы сердечно-сосудистое заболевание, или есть ишемическая болезнь сердца, то вам ограничивают количество соли до 3 граммов в сутки и ограничивают количество воды до 1,2 литра. И также это касается заболеваний печени, потому что там увеличивается объем циркулирующей крови, и это приводит к нагрузке на сосуды, может привести к различным кровотечениям. Поэтому здесь все индивидуально, когда человек имеет тяжелые проблемы со здоровьем. Если мы такие все с вами более-менее здоровые, относительно здоровые, здоровых людей нет, есть плохо обследованные люди, поэтому на самом деле вот все эти проблемы мы как бы предусматриваем, что у вас ничего не должно быть, никаких побочных эффектов. Ну, вот вы часто мне задаете вопросы, какой же нутрикон есть, ну, которому ваш внутренний голос говорит, давай, пойди и съешь. Тот чаще всего и как мы, у меня сейчас мы живем в академической санатории, и там есть кошка Глаша. Замечательная. И вот, значит, мы на ней все проверяем продукты, чем нас кормят. Кошка Глаша, если ест, значит, и мы тоже едим. И так и здесь тоже. Если вообще в Омск я приехала, там все прячут нутриконы. Я говорю, что такое? Говорит, у нас собака добирается до них и все съедает, потому что животных ничем не обманешь. Поэтому вот как внутренний голос вам сказал, так и надо действовать. Но лучше всего их чередовать или смешивать. Поэтому утром, в обед и вечером, пожалуйста, как угодно вашей душе. Ну, вот мы здесь идеальную сладкую парочку придумали для вас. Это любой нутрикон с пекталактом или любой нутрикон с коктейлями с нашими. Потому что здесь уже идет обогащение и белком, а здесь бифиды и лактобактерии, уже они насажены на матричный комплекс вот этих микрокристаллов или микрочастичек пищевых волокон и имеют хорошую транспортную доставку в наш организм. Вот я вам говорила о профессоре Минушкине Олеге Николаевиче, это профессор кафедры постдипломной подготовки 4-го главного управления кремлевской медицины нашей. Вот, говорю, что сейчас медицина доступна всем, каждому избирателю. Только у этого избирателя, кто лечится в кремлевской
клинике один койко-день будет стоить $600, то есть можно и там лечиться. Вот, то есть профессор Мимушкин проводил клинические испытания, как только мы появились на рынке, и он дал положительный эффект в своем отзыве, в своем отчете. Даже задачу, которую мы перед ним не ставили, против грибковой инфекции. То есть грибы рода кандида уходят, вот, и профилактируются вот, часто у женщин-молочницы. Вот это может грибковая инфекция быть при здоровом кишечнике также удалена. Потому что дерматологи прекрасно знают, что назначение противогрибковых препаратов оно крайне опасно для нашей печени, потому что они гепатотоксичные все яды, и мы обязаны через 3 недели после назначения противогрибкового препарата проверять обязательно биохимические анализы функции печени, потому что там острые токсические лекарственные гепатиты бывают, поэтому можно вот, сопровождать терапию применением пищевых волокон, которые вот облегчают и состояние печени, и сами еще удаляют вот этот грибы рода кандида. Обычно у онкологических больных, которые находятся на химиотерапии, на цитостатической терапии, у них развиваются кандидозы. И поэтому вот, терапии сопровождения при онкогематологических заболеваниях являются наши пищевые волокна, наши нутриконы. Ну, вот это результаты его клинических испытаний. Показали, что курс приема и коррекции питания должен проходить не менее месяца, и это приводит к удалению условно-патогенной микрофлоры, в том числе грибов рода кандида. Мы проводили исследования пектолакта, бифида и нутрикона. Они еще более действенны оказались в удалении токсических веществ и восстановлении кишечного микрофлоры, в том числе грибов рода кандида. Ну, про витамины ну, следует, конечно, напоминать, потому что вот академик Энгельгард говорил, что витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием. Поэтому вот многие проблемы, связанные с кожей, со слухом, с раздражительностью, с нервной возбудимостью, они связаны с наличием вот этих витаминной недостаточности. И проблемы, которые мы пытаемся решить с помощью наших микроэлементов, входящих в состав пищевых волокон, этих пшеничных, отрубей и ржаных, они удаляют вот эти токсические вещества и дают обогащение нашего организма полезными микроэлементами. Вот, недостаток цинка, селена приводит к силиции с развитием злокачественных опухолей, поэтому применение наших продуктов, оно может носить профилактический характер. Ну и про белок еще мы немножко поговорим, потому что на самом деле вот этот растительный белок и мой рассказ про Китай, он должен быть вам запомниться, что политика, правительство на правительственном уровне решают проблему обогащения питания именно растительным белком. Там огромное количество тонны спирулины они съедают, и там даже у себя производят эту спирулину и вот этот суперочищенный соевый изолят для восстановления здоровья, потому что белок нам крайне необходим для того, чтобы решать проблемы и с эндокринными органами, и с проблемы, связанные с весом, потому что это самый малокалорийный продукт. Если жир имеет 9 килокалорий в 1 грамме, то в белке всего лишь 4 килокалории. Поэтому ощущение вот, сытости и восполнение белково-пластического составляющей нашего питания, оно обеспечивается, естественно, аминокислотами. И вот эти аминокислоты, они в полном составе имеются в соевых суперочищенных изолятах. Американцы
в своем исследовании показали, что если мы животный белок поменяем на соевый, то это приводит к снижению уровня холестерина на 20-25%. Это практически лекарственный препарат, который обеспечивает снижение и риски сердечно-сосудистых заболеваний. Но было показано, что не только снижается уровень холестерина, но и снижается риск онкологических заболеваний у пациентов, потребляющих достаточное количество растительного белка. И вот эти наши коктейли «Энергия» и «Грация» – это незаменимый белковый компонент нашей пищи, который регулирует и обменные процессы, и дает чувство сытости, и позволяет регулировать массу тела. То есть вот как бы полезные функции снижения артериального давления. И вот аргинин вообще это молекула, которая профилактирует острые тромбозы и повреждение эндотелия капилляров. И поэтому вот именно вот эта аминокислота, которая поступает аргинин через соевые суперочищенные изоляты, она названа молекулой года профилактики инфарктов и инсультов, которые позволяют улучшать обменные процессы, кроме улучшения кровотока, еще и в мышцы сердца. Дело в том, что мы получаем сейчас продукты питания, которые обладают гиперкоагуляцией, то есть тромбозы. Сейчас это проблема. Все едят аспирин. До 6 килограммов в год, например, в Швеции съедается аспирина на душу населения. Это мы, полагают, 75 миллиграмм аспирина в различных формах, либо кардиомагнил, либо тромбоаз или еще что-то. Мы, особенно люди в возрасте после 45 лет или имеющие приступ стенокардии, и сейчас доказано антиканцерогенный противораковый эффект аспирина ацетилсалициловой кислоты, потому что мы живем в век гиперагрегации тромбоцитов, текучесть вот этих крови в капиллярах нарушается, и микротромбозы, доказано, что при злокачественных опухолях там гиперкоагуляция в первую очередь, там очень много тромбоцитов в крови у человека, и это было исследователями доказано. И иногда злокачественные опухоли в первую очередь проявляются периферическими тромбозами, там то на ноге, там еще где-то, и сдает кровь, у него обнаруживают повышенное количество тромбоцитов. И тогда только задумываются о поиске злокачественных опухолей. Так вот, вот эти наши растительные белки, они предотвращают гиперагрегацию тромбоцитов. То есть профилактика, одна из профилактик вот тромбозов. Кто спрашивает? Когда? Его нужно применять. То есть вот для профилактики и тромбозов, и микротромбозов мы рекомендуем наши коктейли. Эти исследования американцев 20-летней давности были показаны, что вот эта аминокислота аргинин и вот этот суперочищенный изолят из аминокислот из сои, они профилактируют вот эти микротромбозы. Поэтому и для профилактики злокачественных опухолей, и для профилактики... Можно, да. Потому что это профилактическая доза 75 миллиграмм. Вот. Лечебная доза, когда при первый приступ стенокардии, там прописано в алгоритме. 300 миллиграмм нужно принять с аспирина для профилактики вот это закупорки сосуда. Здесь он как бы на низкодозовом режиме, и поэтому больше рекомендовать длительный прием, а не разовый прием. То есть
просто выпить или съесть одну коробку этого нутрикона, коктейля энергии или грации, естественно, не решит проблему. Но он восполняет количество белка. И вот пример, который нам дали семья Андрея Гапонюка из Барнаула, они показали, что составляющие, да это мы и без них считали, и показали, что мы своим пациентам в гастроэнтерологии после реанимации, в реанимации назначаем сейчас белковое питание. При тяжелых деструктивных пневмониях, абсцессах и так далее, после оперативного вмешательства, у меня несколько статей с реаниматологами опубликованы по поводу наших коктейлей. То есть они обеспечивают репарацию, заживление тканей. То есть идет быстрое заживление эрозивных, язвенных повреждений, то есть эрозии, язвы, если в желудке. Особенно у людей, которые принимают аспирин и идут на коронарографию, там практически в 100% случаев мы видим эрозии в желудке. Так вот, для того, чтобы обеспечить эпителизацию в желудке, то есть заживление вот этих эрозий, нужны вот эти коктейли. И мы обязательно, врачи, гастроэнтерологи, к которым приходят кардиологические пациенты перед коронарографией, назначаем им вот эти коктейли. Или можете назначить лекарственный препарат под названием нутризон или нутридринк, только он подороже значительно, чем эти продукты или какие-то пептамены и так далее. То есть продукты сбалансированного белкового питания, они позволяют хорошо заживлять вот эти поврежденные ткани. И переоперированным больным, и спортсменам было показано, что здесь количество вот этих аминокислотных составляющих и витаминов равнозначно и даже превосходит лекарственные смеси. Чтобы вы понимали, что ослабленному человеку после тяжелых болезней или на их фоне вот эти продукты крайне показаны. И также для спортсменов, тренирующих свою мышечную массу. Потому что на белке идет формирование мышечной массы, а не на жире. Поэтому на самом деле вот эти вот спортивное питание можно этим качкам, ребятам, заменить на коктейли. Наши коктейли с удивительно хорошим эффектом. И мы приводили и проводили в военно-медицинском журнале, мы публиковали исследования, которые были проведены в Чите на детях с недостатком массы тела, что у них восстанавливалась мышечная масса уже после месяца приема этого препарата. Мышечная масса, а не жировая масса. Это крайне важно для восстановления здоровья. И вот, значит, это продукты малокалорийные, содержат полезные составляющие, ингредиенты и могут решать проблемы, связанные вот именно с этим сбалансированным питанием. И если у нас не хватает времени, если нам лень или некогда приготовить пищу, то создание наших продуктов, оно позволяет решать многие проблемы, связанные со здоровьем. Вот эти наши коктейли, они разнообразные, овощные, шоколадные, яблочные и коктейль энергии грации. Здесь уже как бы изменены вкусовые предпочтения за счет добавления вот уже какао. Ну, вот наши органавты, они не дремлют, они продолжают экспериментировать с нашими продуктами, они создают вот французский сырный суп на коктейле овощном, мексиканский овощной суп на овощном коктейли, итальянский овощной суп. То есть на самом деле горячая вода всего лишь нужна, и коктейли можно туда порезать овощи, и будет вкусный, быстро приготовленный за 5 минут суп. Сладости тоже могут быть полезными, но здесь мы берем наши коктейль яблочный и молочный коктейль, и быстро приготовить можно вот такой с корицей, прекрасное миксером взбитая смесь,
позволяет вот такие хорошие молочные коктейли готовить. Только здесь нужно вместо воды использовать молоко. И добавьте мороженое, чтобы совсем было вкусно, но будет уже высококалорийно. Ну, по цене тоже, понимаете, все говорят, очень дорого. Ничего подобного. Если вы переведете в порции, переведете в деньги. Вот мы ходим сейчас попить кофе. Кофе, самый дешевый кофе, 90 рублей стоит. Я никого не обманываю. Вот, если в хорошем ресторане или в аэропорту вы будете кофе пить, то это где-то 280 вам рублей обойдется. Вот. А здесь цена и качество, они определяют, посмотрите, сколько порций, всего лишь 45 рублей. Сейчас я потряслась, сколько у вас билеты на общественный транспорт стоят, потому что я раньше транспортом не ездила, а в Москве все время приходится, потому что, чтобы не опоздать, ездить общественным транспортом. То есть, как это, щелкаешь там орешки, деньги идут. Поэтому, на самом деле, цена и качество, они определяют пользу. Ну, чайные напитки – это совсем уникальные наши чаи. Здесь все понимают, потому что в названиях уже заложена значимость того или иного продукта. Иммунный, тонизирующий, оздоровительный и успокоительный чаи. Ну, в любое время дня, как говорится, можно пить. Если он тонизирующий, все-таки предпочтение в утренние часы. Если успокоительный, то в вечерние часы. Хотя детям можно рекомендовать, гиперактивным детям, и в утренние часы. Вот этот иммунный, здесь вам все понятно. Вы гриб греши знаете. И вот этот иван-чай, который обеспечивает... И черный смородиновый лист психоэмоциональную нагрузку снижает и способствует как бы повышению устойчивости нашего организма к повреждению окружающей среды. То есть все они полезны, полезность их уже веками проверена и доказали свою значимость при восстановлении здоровья или его поддержании. Ну вот, иван-чай, все его прекрасно знают. Вот он поддерживает обменные процессы. Здесь много микроэлементов и много витамина С. Вот этот самый гриб рейши. Его исследования проведены были в Институте цитологии и генетики академиком Шумным. И он показал его и противовоспалительные, и лечебные эффекты, и противораковые эффекты даже вот этого рейши, значимое вот такое его предназначение. Ну, тонизирующие здесь за счет корня бадана толстолистного и травы зверобоя, вот над ней все время висит меч, потому что очень уж сильный лекарственное растение, которое в бесконтрольном применении опасно. Поэтому у нас это в малом количестве трава зверобою сюда. От 100 болезней ее травой еще называют. И чаще всего вот именно при астенических состояниях, после перенесенных каких-то болезней, при синдроме хронической усталости, как мы говорим, для повышения выносливости – этот продукт просто незаменим. Он обладает способностью нормализовать функцию желудочно-кишечного тракта, желчегонный, противовоспалительный эффект у этого чая мы наблюдаем. Ну и фиточай оздоровительный. Я вообще, если в длительной командировке еду и нарушен режим питания, то он просто уникален, что быстро снимает всякие диспептические явления, там, тошноту или боль. Вот на очень иберогаст похож по своей составляющей, так же, как нутрикон фито по составу тех растений, которые входят, потому что сюда и входит наша ромашка, и солянка холмовая, курильский чай, который доказал свое иммунорегулирующее действие, этот курильский чай. Все, мы вообще берем чаще всего от природы, даже цитостатические препараты мы тоже получаем из растений, которые давят злокачественные опухоли.
функции их полезные, и все влияют, как бы нормализуя работу желудочно-кишечного тракта. Процессы гнилостные, бродильные в желудочно-кишечном тракте предотвращают. Чайный напиток для снижения массы тела мы не выпускаем, потому что ласточка – это все продукты, обеспечивающие диарею, они приводят к повреждению кишечного эпителия и крайне опасны. И поэтому мы рекомендуем просто здоровое питание, и уже сам организм способствует сжиганию того жира, который в нас образуется. Ну и вот фиточай успокоительный, и отзывы этого успокоительного чая. Он не снотворным эффектом обладает, лишь успокоительным. И поэтому таблетки не рекомендуем мы, а только вот эту траву за счет травы пустырника пятилопастного, мята, перечная, душица, они способствуют как бы восстановлению нашего организма и предотвращению проблем, связанных с раздражением. То есть успокоительное действие, и мы все придумывали вам название для того, чтобы вы быстро понимали, зачем и почему этот чай нужен. Ну, преимущества у них большие, и полезные свойства обширны, и цена достаточно выгодная, и может удовлетворить наши потребности в любых проблемах. И завершая уже свой доклад, свою встречу с вами, я, конечно, напомню о том, что у нас есть уникальный натуральный крем, который, если долго вы им не пользуетесь, может испортиться, поэтому его в ванной комнате хранить не надо. Скраб удивительный по своей ароматности и по своей эффективности, потому что кожа становится мягкой, хорошо отшелушивается старый слой кожи. А сколько вообще человек кожи меняет в год? Килограммов? Кто знает? Или граммов? Человек меняет кожу. 2 килограмма мы теряем кожу в год. И поэтому это нужно сшелушивать себя. Поэтому вот вечером когда-нибудь в темноте с черной кофточки попробуйте стряхнуть, сколько с вас кожи уже будет. И поэтому вот эти скрабы, конечно, ими нужно пользоваться для того, чтобы отшелушивать старый роговевший слой кожи. Вот эта косметическая линия L'Amour Secret, сладкая любовь, она помогает. Это отдушка такая, очень вкусная. Рекомендуется ее хранить все-таки в холодильнике, а не в ванной. Но если вы часто им пользуетесь, то можно хранить до 6 месяцев спокойно. А потом, когда если забудете, то там уже будет прогорклое масло, невкусное будет. Вот. То есть мы удаляем отмерзший роговевший слой, и вот все растяжки, вот составы скраба, они используются в косметических всяких маслах и сохраняют влажность кожи и хорошо промассируют эту кожу. Вместо губки лучше пользоваться скрабом. И потом полохнуться, и кожа будет идеально красивая и вкусная. Ну, много чего мы сегодня с вами рассказали. Проблем выбора продуктов много. Я такая красивая всего одна. И что же мне выбрать? Я думаю, что мы с вами должны выбирать и необходимое, а потом уже желательное. Потому что на самом деле вы убедились сегодня из моей встречи, из моего выступления о том, что продуктов много, но нужно знать их предназначение. Потому что через нормализацию деятельности нашего желудочно-кишечного тракта
лежит здоровье всех органов и систем. И поэтому не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Я говорю, и женщины тоже. Потому что на самом деле проблем у нас много. И продукты, которых всегда говорим, должны знать, понимать и действовать. Потому что их необходимых продуктов должно опережать наш здравый смысл, потому что от этого зависит наше с вами здоровье и здоровье наших близких. Ну, вот вы можете входить на наши странички в социальных сетях и общаться с нами. Мы всегда отвечаем на ваши письма, но иногда вы их уходите далеко, потому что уже получать хотите консультации по болезни. Вот, а мы все-таки профилактикой занимаюсь, но я и на болезни отвечаю. Но это присылают мне целые истории болезни, мне приходится целый вечер анализировать эти истории болезни. Нужно, как я повторяю, думать о здоровье не за 5 минут до смерти, а за много лет до предполагаемой болезни. И будьте здоровы и счастливы, успешны. И я вам желаю хороших встреч, хороших воспоминаний о этих встречах. И дай Бог вам здоровья и вашим семьям тоже. Спасибо. Если я утолила ваш информационный голод, то могу еще ответить на вопросы неутоленного голода. Пожалуйста. Да, лучше вот коктейли. Коктейль энергия в этом случае, да, да, да. Особенно после химиотерапии, там действительно идет распад собственного белка, и мы обязательно не только парентерально внутривенно вводим, но стараемся внутрь. Это белково-пластический материал. Сейчас уже в обязательном протоколе программ реабилитации входит в больницу закупка белковых препаратов. Но мы свои продукты не отдаем в больницу, потому что они только в компании Аргойни, больше нигде его невозможно встретить. Но это наше достоинство и недостаток, по большому счету, потому что на самом деле вы не понимаете, не работаете с этим продуктом, и его не покупаете. Поэтому приходится уменьшать объемы производства. И если бы знали и понимали, то это альтернатива как бы ОМС-овским продуктам нутризону, нутридринку, который широко используется в клиниках. Хеликобактером? Хеликобактер относится к внутрисемейной инфекции, так же, как дизентерии. Поэтому это короткий ответ, а длинный ответ, он более научный. Он говорит о том, что у всех у нас примерно в России 70% населения заражены пилорическим хеликобактером. Здесь все зависит от образа жизни, в каких условиях мы живем, социальной среды обитания. Потому что хеликобактер нашли у мамонта, которого откопали там в Алтайском крае. Вот. Но он может быть сейчас рассматривается его роль только как патогена. То есть он, если есть, то он должен как бы новый консенсус решения этой проблемы практически лечить всех. Особенно там есть у нас критерии, кого нужно лечить. В обязательном порядке 6 групп населения нужно лечить. Это трофические гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, если у пациента есть любой стадии. Это
мать лимфомы, то есть это опухоли, ассоциированные со слизистыми оболочками, это рак желудка у пациента или рак желудка у лиц первой линии родства, а у вас есть хеликобактер, и желание самого пациента. Это вот 6 критерий, которые требуют обязательного лечения пилорического геликобактера. Заражение происходит бытовым путем, как правило, но в разных возрастных группах по-разному. То есть первый всплеск – это 7-8 лет, потом 15 лет, и потом уже заражение происходит к 24-23 годам, практически вот у 70% населения. Но я еще раз говорю, что социальная среда обитания определяет зараженность этим пилорическим геликобактером. Ну, наука развивается, и мы не знаем, к чему мы дальше придем в этой теории, потому что в 1983 году этот пилорический геликобактер был открыт Маршалом и Оуэрном, двумя австралийскими учеными, которые получили Нобелевскую премию. И сами доказали инфекционное начало этого заболевания. Они выпили чистую культуру пилорического геликобактера и заболели острым гастритом. Так же, как Кох, палочка Коха заразился и заболел туберкулезом. То есть это вот инфекционное начало было доказано. Поэтому социальная гигиена – это пользование собственной, так сказать, посудой. Хорошо промытая посуда должна быть индивидуальная. И самое главное, там вот наследственность еще имеет значение. Если у человека склонность к атрофическим процессам, она может быть по разным причинам обусловлена, то риски развития у него повреждения желудка и формирования – это очень длительный процесс злокачественных опухолей. Там идет сначала атрофия, минимальная, умеренная, выраженная. Потом идет метаплазия, минимальная, умеренная, выраженная. Потом идет дисплазия, легкая, там, умеренная, выраженная. А потом только рак. И можно еще не дожить до своего рака, а умереть от инсульта и инфаркта. Поэтому так уж бояться этого пилорического геликобактера не нужно. И поэтому ко мне приходят иногда бабушки и как изгои, жалуются, что вот невестка, зная, что у меня пилорический геликобактер, не разрешает общаться с внуком. Это, конечно, недопустимые вещи. Это фекально-оральный путь заражения, как дизентерия. Поэтому только вот проблемы. Я еще раз напомню, я сказала, 2 года, как только ребенок, да, начинает жевать. И когда его можно и раньше рекомендовать, потому что вы добавляете клетчатку уже в сбалансированное питание. Из-за того, что дети непоседы, они там могут его проглотить, там, дыхательное горло вдохнуть. Поэтому только мы ограничиваем это 2-летним возрастом. А на самом деле это в каше можно добавлять уже раньше. Особенно если есть атопические дерматиты, аллергодерматозы детям, то и нарушен кишечный микробиоцимоз. А поскольку у нас практически 30% женщин рожают путем кесарево сечения, то у них сразу начинается антибактериальная терапия, и дети уже приобретают часто микрофлору родильных домов и родильных залов, и тех акушерок, которые их окружают. Поэтому, естественно, у них уже нарушен микробиом у этого новорожденного человека. Я думаю, что я достаточно полноценно ответила уже на поставленный вами вопрос, потому что здесь вы выбираете свои проблемы, вот, потому что мы через питание идем к здоровью, то есть это восстановление кишечного транзита или работы кишечника, это восстановление кишечного микробиоциноза, это восстановление микроэлементного статуса.
Но это очень глубокая проблема. Сейчас мы запускаем у себя в Академгородке междисциплинарный грант, обусловленный микроэлементным нарушением. Вот, потому что показано, что дисмикроэлементозы, то есть нарушенная микрофлора, она, микроэлементная, она отрицательно сказывается на всех функциях нашего организма. Поэтому вот проблема же ведь неоднозначна, ведь там много участников в этой проблеме. И кровоток, и стресс, и артериальное давление, и старение сосудов, и старение клеток. И поэтому все комплексно. Вот там один из слайдов об этом говорил, что вы должны думать о том, что нам необходима проблема выбора продуктов «много я одна», и руководствуемся именно проблемами, которые вот решает тот или иной продукт. Вот. То есть вот такие вот фразы сакраментальные. Да. Галина Сергеевна, скажите, пожалуйста, а вот кроме нутрикона крова, что вы рекомендуете для снижения инсулина? Ну, это даже не я рекомендую, а профессор Булат Болкин, теперь весь институт эндокринологии, и вы, если вернетесь к истокам 70-х, 80-х годов, уже тогда для пациентов с латентным сахарным диабетом была рекомендована отруби пшеничные и ржаные, еще не зная их механизма действия полноценно. Уже в столах заказов по килограмму отрубей выписывалось для больного с диабетом. Поэтому сами пищевые волокна снижают инсулинорезистентность. Даже мы посмотрели на нутриконе Green, сейчас мы его не выпускаем, с ламинарией сахаристой. Профессор Руяткина этот продукт испытывала, когда работала над своей докторской диссертацией. И они показали уже там снижение уровня глюкозы в крови на обычном нутриконе. Поэтому хром, он усиливает эффекты снижения инсулинорезистентности. А обычные пищевые волокна решают эту проблему. Поэтому больным с диабетом всегда рекомендуют отрубной хлеб хотя бы. Хотя бы. Значит, я когда начинала эту лекцию вам читать, я вам говорила, что уровень холестерина ни о чем не говорит, общего холестерина. Нужно знать липидограмму, то есть нужно знать холестерин липопротеидов высокой плотности, липопротеид хороший холестерин, альфа-холестерин его называют, липопротеиды низкой плотности, это плохой холестерин, триглицериды, и там еще есть пре-бета-липопротеиды, там всяких есть еще много фракций этого холестерина. Но, по крайней мере, нужно иметь, знать коэффициент атерогенности, то есть он должен быть ниже 3. И вам в лаборатории это посчитают на основании тех анализов, которые вы получите. Потому что низкий уровень общего холестерина – это тоже не очень хорошо. Почему? Потому что молекула самого холестерина и многих гормонов коры надпочечников, они очень похожи, потому что холестерин является как бы предиктором формирования гормонов. И поэтому нужно знать, какие у вас триглицериды и липопротеиды низкой плотности. А здесь нету вот этих, потому что я их не понимаю, не знаю номера. Ну, здесь это общий анализ крови у вас, общий анализ крови, аланиновая, аспарагиновая, да-да, холестерин вам только общий посчитали, а может быть, вот, холестерин общий, 7,39, да, нужно, это скрининговый анализ вам назначен. Я заведую поликлиническим отделением Центральной клинической больницы, где лечится
ведущие ученые Новосибирского научного центра, академики, доктора наук и члены их семей. Вот. Но консультирую еще в нескольких клиниках, потому что скучно только академической работой заниматься, а руководящей. Вот. И поэтому у меня там в Новосибирске на сайте можно найти, где я бываю. Да, можно, да, вот писать в клинике, там клиника профессора Пасман, клиника крови, то есть это ведущие клиники города Новосибирска, где меня приглашают в качестве консультанта. Очередь там на несколько месяцев вперед, но можно попасть. Ну, проблема достаточно частая, и поэтому так уж отчаиваться по этому поводу нельзя. Вот, и нутриконы – обычная рекомендация, Может быть, просто вовремя решить еще вопрос об оперативном лечении, которая, той проблемы, которая… Да, пожалуйста, это дозозависимые продукты, поэтому меня уже не пишут или пишут еще, потому что я ухожу от микрофона, а там грозятся, что мы их не слышно по телевизору, по компьютеру. Вот, и поэтому на самом деле вот эти, я думаю, что уже бы не надо меня на частные вопросы по всей стране представлять. Что? Да, мы в дома очень мало употребляем хлеба, почти не употребляем. Химиотерапия, да, требует эпипекталакты, нутриконы, коктейли, потому что это терапия сопровождения. Потому что моя докторская диссертация была посвящена именно пациентам в реабилитационных программах после лучевой химиотерапии. И вот тогда мы смотрели на нутриконах. Девочки начинали беременеть. Это неизвестно, хорошо или плохо. Вроде хорошо, потому что после лучевой терапии... Можно, нужно и рекомендуется, да, то есть... На фоне химиотерапии коктейли можно уже рекомендовать. Коктейли, в первую очередь, пекталакты, фиточии, а нутриконы. Все зависит, есть ли энтеропатия на химиотерапии, потому что часто на химиотерапии начинается диарейный синдром, энтеропатия начинается. Но там тоже можно, если нет там тяжелого острого гастрита, то, в принципе, это же хлеб, который, в общем-то, разрешен. И здесь тоже, если вы будете рекомендовать во время приема пищи, то никаких повреждений не возникает. Значит, что касается селена, здесь я бы на запущенных стадиях рака вообще не рекомендовала какие-то большие дозы селена. Почему? Потому что сама злокачественная опухоль – это быстро прогрессирующая растущая, растущий организм, как бы еще в организме. Поэтому все быстро растущее начинает в себя поглощать. И поэтому я не рекомендую на фоне злокачественной опухоли принимать такое активное вещество. Его нужно для профилактики рекомендовать. Для профилактики, а не как тогда, когда уже четвертая стадия рака. Коктейли обязательно рекомендуем, да, да, можно. Вот с чагой можно те самые применять, с битни. Вот они как бы с рейши, с грибами, вот с этими можно, на злокачественных опухолях уже как бы запущенный случай, когда идет... К сожалению, практически больше трети злокачественных опухолей диагностируются на третьей или на четвертой стадии заболевания, потому что они себя ничем не проявляют, злокачественные опухоли,
поскольку опухоль реагирует только когда уже прорастают циррозные оболочки. То есть это вот как бы вот, как вам объяснить, через все слои кишечной стенки достигнет, тогда только боль возникает. Или закупорит весь просвет толстой кишки. Или в желудке, когда он уже пройдет слизистую, подслизистую, мышечный слой, только до цирроза. Тогда только человек обращается к врачу, потому что его на самом деле ничего не беспокоит. Поэтому-то и задача, стоящая перед медициной, это медицина профилактическая. Вот было у меня, меня учил, как говорится, отец моя мать, моя альма-матер, что в 30 лет нужно обязательно проверять кишку. Так и нужно это делать, а не тогда, когда вам исполнится 75, и уже мы не знаем, сколько эти опухоли растут. Колоноскопия. Там есть критерии, кому проводить эту колоноскопию. Если у вас в первой линии родства, или у вашей мамы, папы, или ваших братьев, сестер был рак, то вам полагается в 50 лет делать первую колоноскопию, потом повторять через 3-5 лет. То есть у нас все это прописано. Все врачи, ну, хорошие врачи, настоящие врачи, они все это знают. Поэтому и так тяжек наш хлеб и труд. Если в Америке там скрининговые исследования на злокачественные опухоли, у вас есть прикрепленный врач, он вам разослал конверты, в которых есть пробничек, который называется проба с гвоеколовой смолой. Вы капельку кишечного содержимого капнули, отправили опять туда в конверте. Если реакция положительная, вас вызовут и полностью обследуют. Потому что это скрининговые методы исследований на скрытое кишечное кровотечение должны быть сделаны. То есть это на самом деле вот надо учить, учить и учиться. И это знание вот, развития заболеваний, потому что это на самом деле раки растут до 10 лет. Представляете? То есть если у вас какой-то полип нашли, размером там 0,5 сантиметров, вы обязаны его удалить, потому что это относится к предраковому заболеванию. Вы сделали гастроскопию, вам нашли атрофию, это относится к предраковому заболеванию, вас уже по-особому нужно наблюдать. То есть кожа, то есть сказано после 40 лет на солнце не загорать. Не загорайте, а дерматолог или врач, который в общей практике вы пришли, он вас обязан раздеть догола и посмотреть вас, потому что это раннее выявление злокачественных опухолей или меланом. Но потому что на самом деле это вот раковый корпус, еще раз почитайте книгу, да, там все написано, как мы к осеннему сезону накапливаем злокачественные мутации, все безлиомы, приходите там в Турции, там в Египте, пока парни пойдет, да, загорают. Мода раньше была на бледнолицах, сейчас мода на загорелых, поэтому на самом деле лучше... Значит, никак на это не влияет, и потому что на самом деле это еще больше повышает гормональную активность человека, потому что там есть некоторые аминокислоты, и которые способствуют... Можно и нужно, да, повышает потенцию. Когда язва, я говорила, что лучше коктейли и пикталакт. Это как бы ранозаживляющий эффект, быстрый. Вот вы про какие язвы говорите? Значит, есть воспалительные заболевания кишечника, и есть синдром раздраженной кишки или постинфекционные колиты, так называемый синдром раздраженной кишки. Так вот, язвенные колиты – это болезнь Крона, язвенный колит, микроскопические колиты, ишемические, некоторые относят туда колиты, и недифференцированный колит. Вот эти заболевания, которым рекомендуются пищевые волокна, профессор Румянцев –
докладывала на одном из конгрессов гастроэнтерологов о том, что это профилактирует рецидивы воспалительных заболеваний кишечника. Почему? Потому что это восстанавливает кишечную микрофлору. Потому что порой мы получаем ремиссии вне зависимости от лечения какой-то биологической терапии. Вы, похоже, имеете родственников или кто-то там с этой проблемой. Я могу на эту тему много говорить, потому что я проходила стажировку в Институте колопроктологии профессора Левитана Михаила Ханановича и академика Федорова. Поэтому эти проблемы все знаю. Вот еще на заре своей аспирантской юности там с этим работала. Поэтому мы, когда приехали со своими нутриконами, они их применили при язвенном колите в период ремиссии заболевания для профилактики рецидива. Поэтому можно. И вам спасибо. До свидания. Сегодня у нас 5-е. Еще одно можно, и все. Угу. А вы кто? Может быть? Нет, достаточно. Я хочу дарить. А, дарить будете, да. Угу.